Вопиющие несправедливые истории из киберспорта. История Акселота. Карлос Сантьяго под никнеймом Акселот был одним из основателей команды G2. В течение многих лет он активно инвестировал и развивал свою команду. Это, безусловно, один из самых значимых людей, благодаря которому мы знаем ту команду G2, которой она является сейчас. Но в 22-м году Сантьяго сходил с друзьями на какую-то вечеринку, где он был замечен за одним столом с Эндрю Тейтом. Это популярный американский блогер, который очень активно высказывался о женщинах в негативном свете. Из-за этого ему заблокировали все основные соцсети и даже повесили на него клеймо жена-ненавистника. Акционеры G2 посчитали, что Сантьяго не должен иметь таких знакомых, так как это может плохо повлиять на общий облик команды и повлечь за этим потерю дохода. В ответ на это Акселот сказал, что акционеров не должно волновать, с кем он общается вне работы, после чего его пнули под жопу и собственной же команды. Вот такой вот спидран от генерального директора до человека, который говорит: «Рубль будет!»